Ой, ну ты посмотри, какая красота. А сейчас солнышко выглянет, вообще сиять будет. Ну ты хоть глянула бы. Мам, у меня тут проблемы с учебой, а ты со своей вазой. Дочь, ну что ты переживаешь? У тебя вся жизнь впереди. Have some patience for the part of me that's lost. There's been 100 times when I don't recognize any of you that love me. I try to memorize. Дочь. Знаешь, откуда эта ваза? Нет. Бабушка твоя покупала. Ее же сколько? Больше 30 лет. Ого. Так, ладно, хватит ерундой заниматься, иди уроки делай. Ой, Тём, не переживай, все ты сделал правильно. Надо делать, как ты хочешь, и не важно то, что подумает. Да и вообще, через 100 лет никто не вспомнит о том, что мы с тобой когда-то существовали. Ма, а что это за ваза? А я не знаю, она всегда тут стояла.